Добрый день. Меня хорошо слышно? Ну, если слышно, замечательно. Тем, кто со мной не знаком, представлюсь. Меня зовут Роман Жеребцов. Я являюсь инженером поддержки продаж компании Crestron. И сегодня я хотел бы рассказать о группе наших продуктов, такой как аудиопроцессор Crestron Avia. Группа продуктов была анонсирована, наверное, около года назад. Последние полгода постепенно выходили дополнительные устройства в этой линейке. И где-то вот как раз в конце прошлого года стали доступны все модели. И именно поэтому мы решили провести вебинар, рассказать, показать, так, чтобы вы могли лучше познакомиться с данными продуктами. Что мы рассмотрим на этом вебинаре? Ну, вкратце скажем, что такое вообще аудиопроцессоры или, как их называют, DSP. Почему мы вышли на этот рынок? Рассмотрим, собственно говоря, самих продуктов и продуктов. И познакомимся с программным обеспечением для работы с этими продуктами, потому что оно является одним из ключевых моментов для данной линейки. Что такое, в принципе, аудиопроцессор? Это устройство, которое в одном едином устройстве объединяет, во-первых, аудиомикшер матричный, различные эффекты обработки, эквалайзеры, уровни громкости, другие различные фильтры. В общем, много-много элементов, которые в обычных, традиционных, как классических системах реализовывались шкафами оборудования. Сейчас они в цифровом виде реализуются одним компактным устройством размером 1 юнит. Для чего они нужны? В основном это, конечно, корпоративные применения, это различные конференц-залы, переговорные, где нужно объединять сигнал от нескольких источников, включая микрофоны, включая конференц-системы, делать обработку звука для сложных помещений. Во всех этих задачах аудиопроцессоры являются просто незаменимыми помощниками. Дополнительно, как бы они могут работать сами напрямую с системами аудиоконференций, плюс обеспечивать функцию эхоподавления для аудио и видеоконференций, если использующиеся для этого внешние системы не умеют этого делать самостоятельно. В принципе, на данный момент есть два ключевых подхода к архитектурам DSP. Есть архитектура фиксированная, она просто конфигурируется, имеет низкие задержки, но она имеет недостаточную гибкость. То есть у нее вот жестко прописана матрица какая-то, и обработки, ничего дополнительно сделать невозможно. Второй вариант – это компилируемые системы, когда специалист рисует все, что ему нужно, ставит любые элементы обработки в любые места, любые схемы, но для настройки требуется специалист высокой квалификации и переменные задержки. И дальше я покажу, как мы сделали это решение. Оно у нас является все-таки некоторым компромиссным вариантом. Но сперва хотелось бы обсудить, почему мы вообще вышли на этот рынок. Дело в том, что рынок очень-очень забитый. На рынке на данный момент находится огромное количество всевозможных компаний. Вот только небольшой список тех компаний, которые вообще представлены на этом рынке. И сейчас вот даже хотелось бы сделать небольшой опрос для нас, понять, с какими компаниями вы чаще всего работаете. Вот. А я пока расскажу о том, почему на этот рынок вышли мы. Дело в том, что, во-первых, мы в наших решениях всегда старались предлагать, ну, максимально полную готовую систему. И сейчас практически все ядро аудио-видеосистемы можно построить на нашем оборудовании. У нас есть и видеокоммутация очень разнообразная, и системы управления. Но для звука у нас, если говорить о домашнем сегменте, да, там все замечательно. Там отличные мультирум-системы, Sonos передовые, вообще все замечательно. Если говорить о корпоративном сегменте, то у нас есть усилители, но линейка не очень большая, и мы сейчас ее увеличиваем. И есть акустические системы, опять же, как для домашнего, так и корпоративного применения.
Ну, аудиоплатформ у нас не было, аудиопроцессоров. И это был некий пробел в нашей линейке, который не позволял построить решение вот полностью только на нас, на одном вендоре. И, естественно, для нас стало интересно выйти на этот рынок, чтобы дополнительно закрыть как бы пробел в нашей линейке. Второй момент. Очень часто мы сталкивались с тем, что ну, совместно с нашими системами использовалось какое-то стороннее оборудование, и оно периодически вызывало те или иные проблемы. Потому что все системы в какой-то степени имеют определенные какие-то недостатки. И о том, что, как и почему мы сделали, я сейчас расскажу на следующих слайдах, когда у нас завершится данный опрос. Вот. Какие проблемы встают? Первая проблема очень большая, это сложность настройки аудиопроцессора. Как правило, для того, чтобы настроить традиционный аудиопроцессор, представленный на рынке, требуются специалисты высокого уровня с хорошим запасом знаний для по работе с конкретной платформой. Особенно это относится к компилируемым системам. Второй момент – это сложность создания управляющих интерфейсов для сенсорных панелей. Дело в том, что в большинстве случаев на сенсорной панели выводятся какие-то минимальные элементы управления DSP, потому что сделать хороший динамический интерфейс очень сложно. Третий момент. Чтобы настроить аудиоплатформу не просто, чтобы она как-то работала, а чтобы она работала качественно, требуется, опять же, определенная квалификация и часто некоторое дополнительное оборудование. Следующая проблема часто встает задача расширения количества входов-выходов. Она у всех производителей решается разными способами, у кого-то удобно, у кого-то не очень. Опять мы попытались решить эту задачу как бы оптимальным, на наш взгляд, вариантом. Следующий момент это как бы ну, интеграция в больших проектах, опять же, всегда ложится на плечи тех, кто программирует систему управления, на тех, кто делает все подключения, естественно. Хорошо, чтобы решение легко было интегрировать. Ну и вопрос качества. Опять же, производителей много, у кого-то качество хорошее, у кого-то не очень. Естественно, мы понимали, что здесь на компромиссы идти нельзя, особенно когда мы выходим на уже готовый рынок. Итак, первый момент. Это конфигурирование, сложность конфигурирования. Как мы решили? У нас предложена уникальная система конфигурирования Channel Strips. Это канальные линейки, которые позволяют настроить определенные последовательность обработок. Очень похоже на многие системы фиксированные, но у нас именно сам механизм с этими цепочками обработок сделан очень гибким. То есть практически на любой вход можно построить свою линейку, такую, которая нужна, со своими эффектами, со своими фильтрами, со своими обработками. Если ее будет недостаточно, то дополнительно нарастить. Так, ну вот я вижу, идут вопросы по ценам. Я отвечу чуть позже, когда буду говорить вообще о самой линейке устройств, если это так интересно. Следующий момент. Как мы решили сложность, ну, проблему создания управляющих интерфейсов для сенсорных панелей? Дело в том, что у нас этот процесс решен до максимального упрощения, потому что программное обеспечение по настройке аудиопроцессоров позволяет напрямую экспортировать элементы в интерфейс сенсорной панели. То есть мы берем, выгружаем их файл, и я сегодня покажу, как это делается. Расставляем по экрану сенсорной панели, загружаем на нее все, она готова. Следующий момент. Настройка требует как бы высокой квалификации. У нас это тоже сделано более просто. Мы встроили в свои аудиопроцессоры анализатор спектра. И плюс есть поддержка некоторых профилей акустических систем, то есть можно Channel Strips на выходы готовые поставить. Самое главное, анализатор спектра, я не знаю, хорошо ли видно на этом слайде, но практически на любом фильтре или эквалайзере на живой системе снизу можно получить диаграмму, которая показывает характеристики помещения, которые слышны в микрофон. И, соответственно, сделать настройки. Очень хорошо это и при настройке обратной связи. То есть мы сразу видим, на каких частотах система заводится, можем фильтры настроить. И в целом, как бы, ну, любые обработки можно таким образом быстро и просто установить. Проблема расширения количества входов-выходов нами решена
достаточно как бы серьезно. Для увеличения софтового решения используется сетевой протокол Dante, который позволяет по локальности сети объединить несколько устройств. Причем это не наш стандарт, это стандарт широко как бы распространенный в индустрии, то есть можно подключать не только наши устройства, но и некоторые сторонние. Следующий момент – это аудиоконференции. У нас есть встроенная поддержка Voice over IP технологий и имеется разъем для стандартных телефонных систем. То есть мы можем работать как с IP-телефонией, так и с обычными телефонными системами. Следующий момент. Если нужно подключиться к какому-то компьютерному софтварному кодеку, у нас есть вход-выход USB, который позволяет просто подключить устройство как USB-микрофон и USB-динамик. То есть обычный USB-гарнитур воспринимается. Кроме того, можно сконфигурировать USB-интерфейс не как обычный там стерео вход-выход, а 8-канальный, тоже очень удобно, если у нас есть какая-то компьютерная многоканальная система звукозаписи. Таким образом, тоже это можно сделать. Но это, я вижу, идут уже многие вопросы, я на них пока не буду отвечать, потому что потом, по ходу моего рассказа, я думаю, что многие из них станут понятны. Так, ну, сложность интеграции в больших проектах решается в нашем случае проще всего. Дело в том, что наши аудиопроцессоры являются частью наших интегрированных решений. Поэтому если все ядро системы построено на нашем оборудовании, то аудиопроцессоры туда входят просто как элемент пазла, стоящий на свое место. Вот. Ну и соответственно, по вопросам качества. Здесь мы решили все очень просто, мы просто не стали экономить на элементной базе и подбирая элементную базу, на основе которой все строится, ориентировались на те элементы, которые используются в профессиональных мишерных консолях, то есть у нас уровень качества фактически достаточно высокий и очень хороший. Таким образом мы решили все вот эти конкретные задачи. Ну и дальше мне хотелось бы перейти уже немножко к самим устройствам. Какие у нас имеются устройства? Во-первых, у нас имеется отдельно устройство для звукоусиления, которые недавно усилители как бы анонсированы, они скоро появятся. Ну, микширование, естественно, решается аудиопроцессорами напрямую. Как я сказал, уже есть телефонные сети, данты и подключение по USB. И, собственно говоря, по совокупности этих характеристик они немножко отличаются. Младшая модель DSP860 имеет 8 аналоговых входов, 6 аналоговых выходов. Самая простая для базовых систем, она никак не расширяется, у нее нет интерфейсов расширения для простых вариантов. Следующая модель 1280 имеет больше входов-выходов, 12 на 8, но тоже простая, нерасширяемая. DSP-1281, в ней появляется вход-выход Dante. Соответственно, она может уже использоваться в составе систем, расширяемых по сети Ethernet. Следующая модель 1282, у нее есть телефонные интерфейсы, есть USB-интерфейс и есть, соответственно, эхо-подавление, потому что она ориентирована на работу в составе систем аудио-видеоконференций. И старшая модель DSP-1283, она, собственно говоря, максимальная, в ней есть и Dante, и аудио-видео, поддержка аудиоконференции, как бы эхо-подавление, все функции максимально. Так, и дальше вот вижу сразу вопрос, если использовать авиа-DSP, предоставляется ли описание API? Нет, описание API отдельно не предоставляется, считается, что она работает с нашей системой управления, и там есть просто готовые модули. Вам не нужно знать API, вы можете просто подключить и работать. Причем делается очень-очень просто. Ну, вот вариант, как выглядит максимальное решение. Видны входы, выходы, универсальные микрофонные линейные, по всем входам поддерживается фантомное питание, аналоговые выходы, опять же, интерфейс USB, порты расширения Dante, сеть отдельная для передачи голоса, отдельная сеть для управления, телефонный интерфейс, ну и блок питания встроенный, универсальный, как бы работает на любые напряжения, то есть нет отдельных моделей под наш рынок.
Какие еще продукты есть сопутствующие, которые можно отнести к этой линейке? Как я уже сказал, появляются усилители, линейка многоканальных усилителей AVIA AMP 8000, созданный как дополнение к аудиопроцессорам, выглядят абсолютно так же в том же стиле, позволяют делать управление и мониторинг по сети, используя то же самое программное обеспечение. Каждый выход может быть независимо настроен как на низкоумную акустику, так и на трансляционную. Таким образом, идеальный просто компаньон для этой линейки. Какие есть варианты? Варианты есть, ну вот внешний вид показан, в принципе тут ничего особенного. Варианта 2, AMP 8075 имеет 8 каналов по 75 Вт, и AMP 8150 имеет 8 каналов по 150 Вт. И давайте сразу, если уже было интересно по ценам, сейчас сориентирую. Младшая модель в розницу стоит $3,284. Старшая модель и стоит 6568. Ну, то есть от 3300, грубо говоря, до 6500, в зависимости от функционала в этом диапазоне. Что еще есть, что можно отнести к этой линейке? Так, по усилителям вижу вопрос. 75 Вт на канал, да, 75 Вт на каждый канал в усилителях, либо 150, в зависимости от модели. Есть еще модульные усилители. Чем они характеризуются? Они максимально упрощены. У них простая установка. В комплекте идут все необходимые крепления, чтобы сразу вставить рековый шкаф. Система креплений инновационная применена. Она позволяет несколько усилителей соединять между собой, поскольку они имеют ширину либо половину, либо четверть рекового шкафа. Соответственно, просто легко скрепляем два усилителя, допустим, по полрека между собой, получаем ширину полноценный рек и крепим. Если нужно закрепить, не знаю, там половину и четверть, вот как раз на картинке сверху, также они крепятся, дополнительно ставится скоба и также устанавливается в рековый шкаф. Так, вижу вопрос, для чего нужен порт LAN на усилители? Для того, чтобы его можно было наблюдать и мониторить через программное обеспечение. Вот. Усилители тоже достаточно высокого качества, вот эти модульные, поддерживают спецификацию Energy Star, это означает, что оно через 20 минут выключается. Так, и вот здесь у меня вижу опечатка в презентации, прошу прощения, включение идет, естественно, не за полторы минуты, не за полминуты, а за полсекунды. То есть пропал сигнал, через 20 минут усилитель выключается. Появился сигнал, через полсекунды система снова работает. Зато что это дает? Это не только экономит электричество, на самом деле, если где-то есть какие-то случайные системы наводки, она может давать легкий шум в динамик. Вот вы можете встать просто рядом с колонкой и внезапно услышать шум, особенно если потолочный динамик. Вот идете, все тихо-тихо, под него подошли, сверху слегка шипит. В случае с такой системой она уйдет в стендбай и никаких паразитных шумов возникать гарантированно 100% не будет. Вот, выглядят эти усилители тоже максимально просто. Входы, выходы. Вход у них есть как симметричный, так и несимметричный. Блок питания встроенный. Регулировки, все установки осуществляются просто физическими регуляторами. В этой линейке есть несколько моделей. Модели, которые шириной в половину рекового юнита, они уже доступны на данный момент. Модели, которые в четверть рекового юнита, они будут доступны позже, ближе к лету. То есть на данный момент это модель с одним каналом 200 Вт, 100 вольтовой акустики, и модель 2 канала по 100 Вт, либо низкоумный, либо трансляционный. Здесь обращаю внимание, для низкоумной и трансляционной акустики разные модели. Есть также модели на 70 Вольт, но они для нашего рынка чуть менее интересны, поэтому их отдельно не стал выносить на слайд.
Акустические системы. Если говорить о корпоративном сегменте, есть большое количество у нас акустических систем, все относятся к одной линейке SARAS. В нее входят как потолочные системы, очень большая линейка, есть полные системы, есть бюджетные, есть сверхбюджетные решения, есть низкопрофильные, то есть отличаются внешним видом, размерами и габаритом на любой вкус и цвет. Есть очень интересные подвесные системы, которые идеально подходят, допустим, для помещений, где потолок грильята, сетка металлическая, в которой сложно строить акустическую систему. Подвесную, пожалуйста, через сетку опускается трос и подвешивается такая система. Есть, естественно, настенные системы, которые тоже идут в комплекте с креплением, очень удобно ставятся, поворачиваются, наклоняются в любую сторону. Вот. То есть полное разнообразие этих систем. Есть различные варианты диаметра низкочастотного динамика от 4 до 8 Ом. То есть полный выбор. И кроме того, есть у нас саундбар, который тоже относится к линейке SARAS. Он рассчитан в первую очередь на какие-то небольшие переговорные комнаты, где установлен ЖК-дисплей, не имеющий встроенных динамиков, либо динамик очень плохого качества. Можно поставить этот саундбар и таким образом обеспечить звук в этом помещении. Так, ну и дальше мне хотелось бы перейти уже, собственно, к демонстрации нашего программного обеспечения. И параллельно хотелось бы тоже еще небольшой опрос провести, чтобы понять как бы подготовленность аудитории, кто какой опыт работы с подобным обеспечением имеет. Так, ну пока у нас небольшая пауза, сейчас я посмотрю еще по вопросам, либо задайте какие-то еще вопросы, если имеются. Так, ну давайте посмотрим результаты опроса. Поглядим на подготовленность аудитории. Ну, видно, что большая часть аудитории работала с аудиопроцессорами, но не так часто. Хотя есть определенное количество людей, которые хорошо разбираются. Для нас это тоже положительно. Нам будет очень полезен фидбэк от таких людей, которые хорошо разбираются в подобном оборудовании. Так, вот я вижу комментарий, что нужно все-таки API. Вот можно уточнить, для чего нужно API на наше устройство? Так, ну, я переключаюсь на экран с рабочим столом. Вопрос такой, хорошо видно сам рабочий стол? Я понимаю, что в рамках вебинара качество будет, может быть, не оптимально, но мне главное, чтобы было видно основные моменты. Я постараюсь наиболее сложные, как бы, места немножко крупнее показывать. Вот стартовый вид нашей программы DSP Tool,
который позволяет который позволяет настраивать наши аудиопроцессоры. Первое, что здесь есть, здесь видно две группы. Две группы аудиопроцессоров. Первая группа — это сетевые DSP. Вот эта группа. Это реальные DSP, которые подключены в локальную сеть, которые могут быть обнаружены, с которыми можно работать вживую. А второе — это виртуальные. Это означает, что DSP, которого физически в сети нет, но его можно подготовить, сделать конфигурацию и в дальнейшем с ней уже работать, загрузить ее на живую систему. Как они работают? Если мы откроем, нажмем «Добавить сетевой процессор», у нас появляется окошко. Первая сверху кнопка Ethernet. Если мы ее нажмем, она попробует найти DSP в сети. У меня сейчас DSP нет, она как бы его не найдет, но если бы они были, здесь появился бы список обнаруженных устройств. Вторая кнопка открывает обычную адресную книгу, как у нас в Toolbox, соответственно, можно выбрать готовое настроенное устройство. Можно также ввести напрямую его адрес, если мы хотим напрямую, его нет в адресной книге. И последняя кнопка у меня сейчас не подсвечена, Last, она позволяет подключиться к последнему DSP, с которым была работа. И второй вариант — это виртуальные DSP. Открывается список доступных моделей. Ну, давайте выберем максимальную, 1283. Даем ей какое-то название. Ну, назовем ее вебинар-демо. Нажимаем «Добавить». Вот у нас появляется сам DSP. И система автоматически переходит на экран. С визуальным видом аудиопроцессоров. Так, сбоку видно по-прежнему группы этих DSP. Соответственно, если у нас есть несколько устройств, мы можем оперативно переключаться между ними, выбирая нужное. В основном экране у нас видно, собственно говоря, само наше поле. Если бы было бы реально подключено DSP, здесь были бы видны уровни сигналов. Есть возможность управлять какими-то элементами, делать мьют по входу-выходу. Двойным кликом это делается. Можно полностью всю линейку матрицы убрать. Если мы говорим об уровнях, либо левым кликом мы выделяем список, где можно стрелочками, либо просто руками вводить какие-то значения, либо правым кликом мышки мы открываем отдельное окно. Здесь очень удобно, есть бегунок, есть кнопки для того, чтобы скопировать значение, и также его можно вставить в другое поле, оно будет перенесено. Точно так же с элементами матрицы можно включать-выключать точки. Сразу вопрос, не вопрос, как бы замечание. Поле очень большое. Если я сейчас изменю зумирование, видно, что огромная матрица, очень плохо ее всю сразу видно. Что делать, если их очень много, чтобы это не мешало? Есть очень простой вариант. Мы можем включать-выключать отдельные столбцы. Делается это либо вот этими кнопками, либо значками плюс-минус рядом с этими полями. Что-то нам не нужно, мы его свернули. Что-то понадобилось, мы его быстро развернули. Точно так же можно свернуть все, допустим, и затем через отдельные элементы показать аналоговые входы-выходы, ауксы и так далее. Что у нас есть? Есть, во-первых, аналог input, это реальные входы аналоговые, которые есть у системы. Есть аналоговые выходы, они вот идут в матрице аналог out. Есть auxiliary out. Что это такое? Это виртуальные выходы, которые приходят к нам же на виртуальные входы. Для чего это нужно? Как я уже говорил, у нас есть готовая цепочка обработок. Если она нам недостаточна, мы заворачиваем сигнал и к этим входам добавляем отдельные обработки. Я чуть дальше покажу, где они добавляются. Ну, естественно, есть возможность сохранить проект, загрузить проект. Таким образом мы можем его сохранить, а потом, подключившись к реальному процессору, его загрузить.
Кроме того, есть кнопка Channel Names. Она позволяет взять и задать какое-то имя для входа-выхода. Сейчас увеличу немножко в размере, чтобы было видно. В принципе, здесь все очень просто. Называем там MIC1, допустим, вход. MIC2. Нажимаем опять Channel Names, оно убирается. Если мы говорим о точках пересечения, опять же, очень легко определить, к чему она относится. Вот, допустим, навожу я на точку. Мне написано, что это аналоговый вход 3, аналоговый выход 6. И, соответственно, показан уровень микширования на данной точке. Следующая интересная страница, это у нас была System Page, Signal Page. Что она из себя представляет? В принципе, такая же матрица, у нас скрылось боковое поле, вместо него появились наши линейки Channel Strips. Можно открыть любой элемент управления, который здесь стоит, тоже что-то, какие-то параметры поменять, при необходимости включить, выключить, байпас, например. Таким образом настраивать различные элементы. Кроме того, сразу замечу, на системе есть очень хороший help. Если у кого-то какие-то элементы по тому, что у нас здесь есть, нажимаете F1, открываете меню, и вот, допустим, DSP Objects. Видно, какие DSP есть, что они делают, за что они отвечают. Очень подробное описание. К сожалению, оно пока только на английском, но, тем не менее, я думаю, что для специалистов большой проблемой не будет разобраться с тем, как что работает. Здесь немножко отличается работа с элементами самой матрицы. Помимо того, что двойным кликом мы можем делать мьют или снимать, одиночным кликом мы можем также вызвать меню, где указать, как у нас идет микширование, либо правой кнопкой точно так же вызвать более удобный, на мой взгляд, бегунок. Следующая интересная вкладка, которая есть, это вкладка с видами. Для чего она нужна? Дело в том, что существует достаточно частая ситуация, когда нужно вытащить много элементов обработки. Например, мы можем вытащить для каких-то входов гейны. Потом нам может понадобиться какой-то эквалайзер, допустим. Вытащили, с ними работаем. После этого нам нужно их закрыть, открыть какие-то другие элементы управления, но к этому потом вернуться. Что мы можем сделать? Мы нажимаем U, делаем какое-то название, там, не знаю, View1, или какое-то более осмысленное, если нам нужно. После этого мы можем закрыть. Точно так же сделать другую раскладку. Тоже как-то расставить и сохранить ее как отдельный вид. И таким образом, быстро выбирая, мы можем переключаться между этими видами. Кроме того, есть список Custom View, если у нас он достаточно большой, можно из этого списка выбирать. Что интересное есть в этом режиме? Помимо того, что у нас есть элементы управления, у нас есть такая замечательная вещь, как Virtual Mixer. Это виртуальный микшер, куда мы можем его открыть, контролом выделить, ну, зажатым контролом мышкой выделить некоторые нужные нам элементы и переместить сюда. У нас появляются отдельные регуляторы для выбранных нами элементов. Точно так же, если нам нужно задать, допустим, сигналы по входам, по выходам, точно так же сюда перемещаем. И теперь, допустим, я его хочу небольшая техническая накладка. Видимо, не очень программа хорошо относится к режиму расшаривания рабочего стола. Поэтому сейчас я создам систему еще раз. Собственно говоря, да, вот
в режиме работы с вебинаром, к сожалению, идут некоторые накладки, которых до этого не наблюдалось. Ну, собственно говоря, сделаем опять там, вид 1. Нет, ну, чтобы для отличия. Вид 2. Дальше мы можем что сделать? Нам нужно какой-то из них, допустим, поменять. Правой кнопкой делаем Edit. Допустим, нужен еще виртуальный микшер. Выделяем с Ctrl несколько элементов, перетаскиваем, говорим Complete. И вот мы переключаемся между этими видами. Опять же, есть у нас этот виртуальный микшер, который позволяет удобно работать. Что дальше? Самое интересное, самое вкусное в этой системе – это линейки каналов. Для этого есть две вкладки – Strips и Strips Edit. Что они из себя представляют? Визуально это выглядит примерно то же, что на предыдущем экране, но появилось сбоку отдельное поле, где будут показаны линейки, которые мы создаем. Захожу в поле Strip Edit. Есть три типа линеек. Аналоговые входы, AUX-входы и выходы аналоговые. Они отличаются количеством обработок, которые есть. Ну, к примеру, откроем аналоговые входы. Видно, что гейн, эхо, подавление, они не меняются. А вот следующее поле, фиолетовое, в него можно поставить один из многочисленных эквалайзеров, либо фильтров, которые есть в системе. Также настраиваются еще несколько полей. Ну, например, я хочу поменять тип эквалайзера. Создаю Strips. Он мне предлагает создать некоторый файл. У меня появилась файл, в котором видно, что добавилась эта линейка. Теперь мне нужно добавить какую-то линейку, допустим, для стерео входа. Я выбираю стерео, она становится выше по высоте. Это означает, что она сразу на два канала. Ну, допустим, неважно, какие-то элементы сюда перетащим, говорим Create Strip, выбираем, что в этот же файл. Так. А, я ей дал то же самое название, она меня заменила предыдущую. Ладно, вернемся сюда. Что-то поменяем, я даю ей другое название. В этот же файл. Вот у меня появилось две линейки. Затем я перехожу в поле Strips. У меня этот же файл открыт здесь. Я могу взять, вытащить эту линейку. Видно, что она перенеслась и заменила те обработки, которые у меня стояли. Более того, я могу в этом режиме выбранный мною элемент зайти в него и сразу каким-то образом его настроить. И таким образом эти настройки у меня будут сохранены. Я хочу опять Strip 1 переписать. Так, ну, Strip 1 перетаскиваю. Так, немножко подтормаживает ноутбук. Но факт то, что они будут перетаскиваться. Более того, я могу сделать импорт этих линеек, допустим, из какого-то другого настроенного файла. И он у меня добавится сюда. Я могу взять, открыть какие-то линейки, которые были настроены в нем. И таким образом переместить их сюда. Очень важный момент при перетаскивании, ну, при импорте файлов. Файлы должны соответствовать той модели DSP, которая у нас есть. То есть мы не можем взять файл от модели 1280 и применить его там к 1283. Я пока не могу объяснить, почему такое ограничение. Но, видимо, были какие-то у программистов свои причины, по которым они это сделали. Следующая интересная возможность, и, на мой взгляд, одна из очень важных возможностей, это работа с пресетами. Открываем поле «Пресет», и мы можем взять
и создать какие-то установки. Очень важный момент. Установки сохраняются не на аудиопроцессор целиком, они сохраняются только на те элементы управления, которые нам нужны. То есть хочу я сделать пресет для того, для управления, допустим, коммутацией микрофонов. Я беру, выделяю с Ctrl нужные мне элементы, нажимаю New и говорю, не знаю, это мик, он, включить. Добавляю пресет, у меня появляется пресет, видно, какие элементы в нем добавлены, в данном случае матрица. Из матрицы показаны, какие каналы. Видно, что идет управление функцией mute и управление уровнем. Допустим, мне не нужен уровень, мне нужно, чтобы только mute состояние менялось. Нажимаю Edit и говорю Disable, параметр для уровня. Complete, все, у меня этот пресет теперь будет управлять только включением-выключением функции mute. Меняю состояние входов-выходов. Опять же, с Ctrl их выделяю. Делаю пресет mic off для выключения микрофонов. Точно так же говорю ему edit. Открываю. А, ну вот у меня, собственно говоря, здесь... А, нет, это не тот я открыл, прошу прощения. Mic off, я его открываю, разворачиваю, точно так же делаю disable ненужные мне параметры. После этого у меня получается два пресета, и включая тот или другой, я легко переключаю конфигурацию, видно, у меня включаются, выключаются необходимые точки пересечения. Кроме того, что можно так вот управлять элементами, на самом деле есть очень интересный момент. Я могу открыть какой-то элемент и выделить у него только конкретные нужные мне параметры и точно так же сделать на них новый пресет. Я его создал, если его развернуть, видно, что в нем сразу задизейблены те параметры, которые я не выделял. Естественно, пресет можно сделать сразу на группу элементов, то есть я показывал на один, там их может быть очень много. По количеству пресетов предвижу вопрос, будут ли какие-то ограничения. Соответственно, по количеству пресетов ограничений жестких нет. Есть косвенные ограничения, суммарные. Суммарно все вместе пресеты должны содержать не больше 8000 параметров, которыми мы управляем. То есть 8000 контролов можно сохранить суммарно во все пресеты. Ну, допустим, по 100 контролов на пресет, это у нас 80 пресетов. Это более чем достаточно. В чем большая польза этих пресетов? Дело в том, что когда нам нужно управлять аудиопроцессором из программы управления, в большинстве случаев, если мы делаем это не напрямую, допустим, из сенсорной панели, а по сценариям, мы просто вызываем необходимые пресеты. Пресеты вызываются по имени, то есть нам не нужно ничего мучиться, мы запоминаем имена тех пресетов, которые установили, и один раз вызываем. Так, вижу, накопилось некоторое количество вопросов, давайте я на них сразу отвечу, чтобы далеко не уходить. Так, по API говорится, что замечание нужно для интеграции существующей системы управления на других брендах. Ну, в данном случае мы не поддерживаем такие решения. Мы как бы считаем, что все-таки наши устройства рассчитаны для работы в составе наших систем, поэтому API у нас отдельно не выводится. Он сам по себе может быть внутри достаточно сложный, но мы стремимся, чтобы наши решения были простыми. Так, внешние входные и выходные интерфейсы Dante планируются ли к выпуску? Насколько я знаю, идет разработка каких-то дополнительных устройств с интерфейсами Dante, но точных данных пока нету. Количество AUX-каналов фиксировано ли? Да, количество AUX-каналов фиксировано. Соответственно... Здесь есть некоторые ограничения. Количество, ну, там самое, применяет ли эхоподавление только на физических входах DSP? Да, это только на физических входах, то есть на входах, где могут быть реально подключены микрофоны.
Соответственно, на других входах считается, что это не нужно. Поддерживается ли кириллический шрифт? Честно скажу, не проверял, но с большой вероятностью могут быть проблемы при использовании шрифтов. Не рекомендую. Можно ли применить на одном канале несколько фильтров? Если мы откроем Channel Strip Edit, мы увидим, что у нас только одно поле для фильтра. Соответственно, два фильтра на один, в один Channel Strip мы поставить не можем. Исключением являются аналоговые выходы. Здесь два поля для таких фильтров. Именно для этого у нас есть AUX линии. То есть, если нам нужно два фильтра, то мы берем, ставим один фильтр по нужному нам входу, затем, так, немножко излишне отмасштабировал, затем берем этот канал, заводим на AUX, допустим, на первый, и по первому AUX ставим второй. Если нам нужен третий, заводим его дальше на второй AUX, ставим третий. Только таким образом. Ну, здесь как бы мы старались сделать систему одновременно и достаточно простой, и достаточно гибкой. Поэтому этот функционал можно реализовать, но таким вот немножко как бы дополнительным способом. Но зато система при этом получается намного проще, чем, допустим, компилированная система, где ты рисуешь схему, там, можешь там часами рисовать что-то необходимое, а потом в конце узнать, что она после компиляции просто не загружается, потому что не хватает мощности процессора. В нашей системе такого не произойдет. Система, во-первых, гарантированно загрузится, гарантированно будет работать и гарантированно не вызовет таких задержек, которые будут критичны. Так, сейчас смотрим, какие у нас еще вопросы. Можно ли в одном пресете записать все процессоры по входам и матрицу выходов? Так, в одном пресете можно сохранить любые элементы, любые контролы, которые есть в этом DSP. Если у нас система с Dante с несколькими аудиопроцессорами, то в каждом из них, естественно, свои пресеты. Но для одного процессора мы в пресете можем сохранить все, что угодно. Входные параметры, выходные параметры, значения фильтров различных, текущие значения матрицы, то есть все, что мы выделили. Еще раз показываю, как это делается. Просто открываем, нажимаем Ctrl и начинаем мышкой кликать. Хочу вот это, хочу вот это. Хочу вот это, вот это. Все вот это будет сохранено в пресет, все, что я выделил. Сразу вижу вопрос, платное ли ТПО. Нет, ТПО не платное, но абсолютно бесплатно. Его могут загрузить все, кто имеет доступ к скачиванию ПО с нашего сайта, то есть являются нашими партнерами. Следующая функция, очень важная и очень интересная, которую я тоже хотел бы показать, это экспорт интерфейса пользователя. Это одна из, наверное, ключевых фишек, которая позволяет нам напрямую работать с нашими сенсорными панелями. Очень существенный момент, по-моему, я про него не упомянул до конца, что у нас не только просто идет экспорт интерфейса на сенсорные панели. В отличие от систем со сторонними DSP, у нас сенсорная панель напрямую работает с аудиопроцессором. Это означает, что то, что мы можем любые индикаторы, даже уровни там и так далее, размещать на сенсорной панели, они будут работать. В случае, если у нас контроллер является посредником, как с любым сторонним аудиопроцессором, это будет невозможно, только будут минимальные элементы управления, которые еще работают с задержкой. В нашем случае контроллер вот, в общении между сенсорной панелью и аудиопроцессором используется, работает там только при инициализации системы. Он просто говорит панели, вот твой аудиопроцессор, процессор говорит, вот твоя аудиопанель, твоя сенсорная панель, все. Дальше он исключается из этой цепочки, общение идет напрямую. Так, ну вот. Так, еще вопрос. Возможно ли каскадирование нескольких процессоров в один? Возможно, объединение, как я уже говорил, по Dante. То есть берем модели, у которых есть Dante, подключаем к Ethernet коммутатору и настраиваем так, чтобы они работали в рамках единой системы. Соответственно, сигналы между процессорами будут шариться по сети Dante. Вопрос, как стать партнером? Ну, это, наверное, выходит за рамки данного вебинара. Если есть интерес такой, лучше потом, после, позвоните на наш офисный номер, попросите как бы соединить, я расскажу. И вернемся к экспорту интерфейса. Здесь все тоже очень просто.
Я выделяю какие-то элементы, которые я хотел бы видеть в интерфейсе, и просто перетаскиваю их в соседнее поле. Для каждого элемента можно задать название, можно не задавать, а сделать просто add control. У меня для каждого, соответственно, появилась функция уровня immute. Так, и у меня, наверное, были выделены какие-то еще элементы. Ага, вот они были выделены, они тоже перетащились. Я их удалю. Так, я их сюда вытащил. Более того, я могу открыть поле пресета и вытащить мои какие-то пресеты, которые меня интересуют. Точно так же Ctrl их выделил и перенес. Кроме того, что я могу вытащить целиком элемент, я могу открыть его, тоже выделить. Мне от этого входа нужно mute индикатор уровня и регулятор уровня. И таким образом перенести их сюда. После того, как я все это делаю, я говорю файл, сохранить файл интерфейса. И его сохраняю. После чего я открываю нашу программу Vision Tools, где мы рисуем интерфейс. У меня тут создана сенсорная панель какая-то. Делаю в ней страничку. А дальше говорю для этого процессора импортировать устройство, выбираю файл, появляется окно, которое спрашивает, хочу ли я его как новый DSP загрузить или добавить к уже занесенному. Для чего это нужно? Я могу импортировать сюда интерфейс, ну то есть сделать экспорт в Vision Tools, а потом мне захотелось что-то еще поменять. Я зашел опять в Audio DSP, поменял, пересохранил файл. И отсюда я в таком случае выберу уже append, и у меня просто те элементы, которые были загружены, поменяются в программе, то есть это тоже очень удобно. Вот я сделал экспорт, у меня появилось в смарт-объектах все, что мне нужно. То есть все мои регуляторы, кнопки mute, и так далее. Вот мои пресеты. То есть все элементы, которые я выбирал, индикаторы, опять же, вот они будут живые на этой панели. Все очень просто. Элементы достаточно стандартные, мы можем открыть ее, здесь настроить какие-то параметры, как для любой стандартной кнопки. Единственное, что у нас не используются никакие джойны. Тоже очень простой момент, мне не нужно для каждой кнопки смотреть и какую-то сложную логику делать в программе на Simple Windows. Я беру, просто сохраняю свой интерфейс. В Simple Windows вот у меня добавлена DSP и сенсорная панель. Делаю Manage Smart Graphics Extender. Browse VTP. Так, что-то у меня не сохранилось. Так, ну. Здесь у меня произошла небольшая техническая накладочка. Никогда не программировал их сам. Но смысл в том, что я должен погрузить этот проект сюда, и у меня будет настраиваться на самом деле всего три параметра, которые мне нужны. Мне нужно настроить сигнал для того, чтобы понять, DSP у меня онлайн или офлайн. И во вкладке System у меня есть вот вход
для нашего внутреннего IP-CRPC, я настраиваю один сигнал сюда, другой сигнал сюда. Все. После этого у меня проект на сенсорной панели и аудиопроцессор начинают работать напрямую. При старте системы они просто через эти входы и выходы связываются между собой, дальше работают напрямую. В чем плюс? Если мне нужно будет добавить какие-то элементы управления на сенсорную панель, я вообще не буду трогать программу на Simple Windows. Я просто возьму, здесь сделаю снова импорт девайс, выберу файл по новой, открыть, выберу, что его append, и он у меня таким образом просто переобновиться сюда, я вытащу новые мне элементы, залью на панель управления. Simple после этого можно не трогать. Все работает сразу, напрямую. Если нам нужно работать в Simple на более сложном уровне, да, такое тоже есть. Мы можем к обходам, к выходам получить доступ к различным параметрам, гейнам, включению, выключению. Но это в большинстве случаев не нужно. Нужно вот связать эти три параметра. И дополнительно есть вход вот для пресетов. Сюда просто отправляем имена сохраненных пресетов. Так, да, вот мне подсказывает, что я просто забыл скомпилировать свой проект. Действительно, очень давно не компилировал, не делал эти программы, начал немножко забывать. Да, вот у меня добавился extender, соответственно, я его вытаскиваю. Вот у меня входы CRPC. Объединяю, и таким образом оно у меня начинает работать. То есть, ну, как я уже сказал, здесь все максимально просто. Вот. Ну, собственно говоря, это основное. Если я какие-то моменты не рассмотрел, я тоже давно с этим, честно скажу, не занимался, с программированием. У нас есть замечательный курс. Я сейчас просто дам на него ссылку, который позволит на английском, правда, пока языке, посмотреть весь этот процесс более детально. Там просто отлично по шагам все показано. Так, вопрос, можно ли вывести на сенсорную панель уровни сигнала? Да, я, собственно говоря, это как бы и показывал в том интерфейсе, что я рисовал. Вот элемент для показа уровня сигнала. Он будет живой, он будет динамический, он будет работать совершенно как бы нормально. Так, ну, на этом я как бы рассказал то, что я хотел, показал само программное обеспечение. Ссылку, я надеюсь, в чате все видят. Можете туда просто обращаться. Как я сказал, пока видео только на английском. Мне сегодня буквально сказали, что должны сделать к ним русские субтитры. Для кого это проблема, то я думаю, тоже как бы скоро будет возможно сделать это в таком виде. Вот. Ну и хотелось бы еще один небольшой опрос для нас, чтобы понять, насколько как бы вот ваше мнение о том, удобная, неудобная, простая, непростая наша система. Хотелось услышать ваше мнение, насколько действительно как бы с ней удобно работать. И если есть еще какие-то вопросы, пока идет этот опрос, я готов на них ответить.
Так, да, вижу вот вас с такими панелями. Да, такой вариант, естественно, возможен. Просто на каждую панель делается экспорт. Вот. В этом отношении система достаточно гибкая, как бы никаких особых ограничений не должно быть. Так, можно ли DSP использовать с несколькими панелями или наоборот? Естественно, и одна панель с несколькими DSP может работать. Когда идет экспорт интерфейса, там указывается номер конкретного DSP. И можно просто сказать, что вот этот интерфейс мы загружаем для DSP такого, этот интерфейс для DSP такого. Они пронумерованы в системе, и по номеру идет привязка одного к другому. Так, еще вижу вопрос, что будет, если количество элементов много, и они не помещаются на одном экране. Ну, можно просто в программе сделать несколько страниц в интерфейсе панелей и элементы вывести на разные страницы. Так, ну, судя по тому, что вопросов немного, я так понимаю, система оказалась крайне удобной и понятной. В таком случае активнее ответьте на вопрос, чтобы мы могли это увидеть. Так, ну, замечательно. Я вижу, что, в принципе, большинству система показалась либо вообще отличной, либо там хорошей с небольшими замечаниями. Очень хотелось бы, если есть какие-то замечания, чтобы вы их нам, может быть, даже на почту мне прислали, и мы могли более внимательно все это дело посмотреть и, естественно, развивать ее дальше. Да, вот мои контактные данные в чате. Обращайтесь, пишите. Очень важен ваш фидбэк, потому что действительно, ну, система новая, и нам хотелось бы ее делать еще лучше, лучше и лучше. Ну что же, если больше вопросов нет, я благодарю всех за то, что пришли. Благодарю за внимание, за потраченное время. А, нет, вот сразу пошли вопросы. Так, сразу ли применяет процессор установленные параметры? Если мы подключаемся к реальному процессору, то да, сразу, как только мы что-то делаем, сразу применяются эти параметры. Так, вижу замечание, что они процессоры мало применимы без наших систем, но, как показывает практика, в таких комплексах практически всегда нужна система управления. И в этом случае я не вижу просто причины, по какой используют какую-то другую систему управления наш аудиопроцессор. Мы стараемся представить максимально функциональное решение именно на нашем оборудовании, чтобы у вас был рековый шкаф, полностью сделанный на Crestron. В этом случае мы гарантируем, что все работает, что все беспроблемно, что все удобно, оптимально. А самое главное, что это большие плюсы для тех, кто эксплуатирует потом эту систему. Им проще держать ZIP, им проще ее обслуживать, им проще научиться с ней работать, ее проще тиражировать там по нескольким различным помещениям внутри одного объекта, внутри заказчика. Поэтому сейчас
как правило, ну, подход меняется. Многие компании работают так же, как с IT-сегментом, то есть в IT выбирают, что все компьютеры от этого производителя, они будут по всей фирме от этого производителя. Сетевое оборудование, все от этого поставщика-производителя, оно от этого производителя. И стараются уходить от зоопарка, не делать того, что здесь стоит одно, а там стоит другое. Точно так же с аудио-видеосистемами, и мы в этом отношении стараемся развиваться. Как раз одна из причин выхода нашего на этот сегмент – предложить полное законченное решение на нашем оборудовании. Так, ну, еще раз благодарю. Если какие-то вопросы, звоните, пишите. Да, вот идет анонс еще одного нашего вебинара, который будет достаточно скоро, в апреле. Там мы рассмотрим какие-то новинки, которые были представлены в последнее время. Это либо то, что было в самом конце прошлого года, либо то, что было показано на выставке в Амстердаме. Очень много интересных решений, как развитие старых линеек, так и некоторые новые абсолютно революционные решения, которые тоже хотелось бы показать и рассказать, потому что не все могли посетить наш стенд. На выставке, естественно, и с удовольствием расскажу и покажу. Так, ну вижу, идут опять вопросы по цене. Видимо, пропустили, я называл как бы минимальные и максимальные стоимости. Если еще вопросы у кого-то остаются, чтобы не повторяться, просто так. Видимо, многие пропустили этот момент. Хорошо, сейчас я тогда его еще раз озвучу. Еще раз, цена на минимальный на минимальную конфигурацию 8x6, ну, около 3300 долларов, чуть меньше. Максимальная стоимость старшей конфигурации, ну, чуть меньше, чем 6600. А, усилители. Так. Так, ну, на усилители у меня цен пока, к сожалению, нету. Они только-только недавно были объявлены. Я, к сожалению, пока не сохранил их у себя в файл. Следите просто за нашим сайтом, кто имеет туда доступ. Кто не имеет доступа, отдельно мне напишите, я пришлю цены. Просто нету сейчас под рукой, как на новый продукт, который пока еще недоступны. Будут. А, ну хотя они сейчас должны были вчера стать доступны, кстати говоря. Так что, может быть, уже есть. У меня прайс-лист просто там двухнедельной давности. Ну что, тогда до свидания, до новых встреч. Жду всех на наш следующий вебинар. Было очень приятно с вами пообщаться.